Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 295. В автопарке было в полтора раза больше грузовых машин, чем легковых. После того, как в автопарк получили еще 45 легковых автомашин, а 12 грузовых машин передали фермерам, в нем стало легковых машин на 17 больше, чем грузовых. Сколько всего автомашин было в автопарке? Итак, обозначим то, что у нас спрашивают, через переменную, то есть количество легковых автомобилей x. Грузовых в полтора раза больше, значит грузовых 1,5 умножить на x. После изменения x плюс 45 стало легковых автомобилей, а 1,5x минус 12 – новое количество грузовых автомобилей. Легковых стало на 17 больше, значит уравнение будет иметь вид x плюс 45 минус 1,5x минус 12 равно 17. Раскрываем скобки, перед которыми знак минус. X плюс 45 минус 1,5x плюс 12 равно 17. X минус 1,5x равняется 17 минус 45 минус 12. Минус 0,5x равно минус 40. X равняется 80. А 80 машин – это легковые автомобили. 120 – грузовых автомобилей. Задача спрашивает, сколько всего автомашин было в автопарке. 200 машин было в автопарке.